Дмитрий Иванович, первые эмоции после игры? Эмоции не самые лучшие. Мы проиграли матч. Но некоторые моменты внушают оптимизм. Несколько эпизодов, которые мы сработали достаточно качественно. Это в большей степени касается игры в обороне. Те моменты, которые мы тренировали, те моменты, на которые мы обращали внимание в течение этого подготовительного цикла, они работали. Конечно же, не все, конечно же, были ошибки. И структурно мы не всегда действовали верно, но были те эпизоды, за которые ребят можно похвалить. Но так или иначе, мы уступили сегодня, мы выходим на матч для того, чтобы его выиграть. И это нам сегодня не удалось. Но, повторюсь, те эпизоды, которые сегодня ребята отработали хорошо, им за это их нужно похвалить. Ну и уровень самоотдачи, уровень концентрации гораздо лучше, но мы еще должны прибавлять. Дмитрий Иванович, какие шаги предпринимались, чтобы исправить психологическое состояние, чтобы появилась та самая вера в партнера и в себя? Только через тренировки, только через упорный труд. Понятное дело, что были беседы с игроками, было общее собрание, индивидуально, но это все беседы. Основное, это, конечно же, когда такое случается, ты ждешь непосредственно следующего матча, как можно быстрее для того, чтобы исправить ситуацию. И мы сегодня увидели, мы это сегодня увидели у большинства игроков, желание, огромное желание исправить ситуацию. И мы уже прошлое не вспоминаем, скажем так, живем сегодняшним днем. Каждодневный упорный труд нам поможет, в общем-то, стать лучше и добиваться результата.